الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخذنا ولله الحمد والمنة في الدرس الماضي يتعلق بشرح مختصر لكتاب الحج. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. По милости Аллаха, на прошлом уроке мы с вами вкратце разобрали тех вопросах, связанных с хаджем. ذكرنا حكم الحج. Говорили о положении хаджа. وسنذكر الآن إن شاء الله تعالى حكم العمرة. Сейчас поговорим с вами о положении умры. العمرة واجبة في العمر مرة واحدة. Умра является совершение умры является обязанностью хотя бы один раз в жизни. لكن وجوب العمرة ليس كوجوب الحج. Однако говорит обязанность умры не подобна как обязанности хаджу. نعم. وأخذنا في الدرس الماضي أركان الحج أربعة. И также говорили на прошлом уроке о четырех столпах хаджа. نية الدخول في النسك. То есть намерение вхождения в обряды. والوقوف بعرفة. Стояние на Арафат. وطواف الإفاضة طواف الحج. И также طواف الإفاضة. وسعي الحج. И также то есть хождение между Сафа и Марвой. То есть у умры точно такие же столпы, кроме одного, говорит, то есть это стояние на Арафате. Во время умры стояния на Арафате нету. Также из обязанностей во время умры это входить в храм на Микате. Также, то есть, укорачивание или сбривание волос. نعم. أيضا محظورات الإحرام، محظورات الإحرام المواقيت قد تقدم بإذن الله تعالى. То, что говорит, портит и храм, то, что запрещено во время храма, об этом мы уже с вами поговорили. نعم. لدينا أشياء ثلاثة. هدي. Также осталось поговорить о четырех вещах. Это хади, то есть жертвенные животные. Аль-хади дакарна анна аль-мутаматти алей хади ва кадалика аль-карин. Так, мы сказали, что жертвенные животные, его обязан приносить жертву тот, кто совершает хадж таматта или хадж каран. Амма аль-му'тамир ва кадалика аль-муфрид. Иза арада ан язбах лиллах субхана ва тааля ху далик. А тот, кто совершает умру или хадж муфрид, то он не приносит жертвенные животные. Лакин ла яджиб алейх. Не является обязанностью для него, однако может это сделать как добровольная жизнь. Также, что касается Аллахи, то есть праздничные животные. وكذلك الهدي في هذه الأيام. نعم. أضحية يا أضحية، то есть то жертвенное животное, которое режется на хаджи, или те, кто не совершает хадж, все дома приносят жертвенное животное, они его должны принести в жертву на десятый день, то есть день праздника, или же дни ташрифа, то есть 11, 12, 13 дни. نعم. الحكم الأضحية. Каково положение أضحية, то есть жертвенное животное? الأضحية يقول أنها واجبة لمن يقدر عليها. Говорят, что приносить жертвенное животное в жертву это на праздник, это ваджиб для тех, кто в состоянии это сделать. То есть приносит жертву от себя самого и также за свою семью, которая живет в его доме. То есть удхия и то есть жертвенное животное, которое на празднике режется, трех видов бывает. قسم يأكل هو أهله. То есть ее делим после того, как разрезаем, делим на три части. То есть первая часть это для себя и своей семьи. وقسم هدية. Вторая часть это раздаем как садаха. Подарок. وقسم يتصدق به. И третья часть это садаха раздаем. يعني قسم يأكل هو قسم مثلا يهدي لأصدقائه وقسم يتصدق به على الفقراء. ثلاثة أقسام قسم يأكل هو أهله وقسم يعطي هدية لأصدقائه لجيرانه وقسم يتصدق به. То есть первая часть это для еды для себя для своей семьи. Вторая часть это для угощения соседей и друзей. И третья часть животного, то есть мясо, делится как дается как садака.
бедным людям. وكذلك العقيقة. И то же самое связано с акикой. هو ما يذبح عن الولد في يوم السابع. То есть это акика это то жертвенное животное, которое приносится в жертву по причине рождения ребенка на седьмой день. أو الرابع عشر. Или же на четырнадцатый день. و العقيقة واجبة. Акика это является ваджибом. نعم. فيذبح ويقسم ثلاثة أقسام السنة. Также, то есть режется ради Аллаха и делится в соответствии с сунной на три части. عن الغلام شاتان. За мальчика приносится режется два барана. وعن البنت شاة واحدة. За девочку один баран. وذكرنا أن هنا الشاة إذا كانت من الماعز ما تم له سنة ومن الضأن ستة أشهر. До этого говорили, если это козлы, то они должны достигнуть возраст один год, если же это бараны, то должны достигнуть возраста в шесть месяцев. لدينا أيضا دم الجبران. الدم الجبران هو ما يذبح لترك واجب من واجبات الحج. То есть также есть то жертвенное животное, которое приносится жертву по причине, если человек оставил какие-то из обязанностей в хаджи. فهذا يذبح ولا يأكل منه شيئا. يذبح في مكة. То есть это жертвенное животное приносится в жертву в Мекке и из него ничего не кушается, то есть его мясо не кушается. نعم. وكذلك إذا أتى بشيء من محظورات الإحرام. Или также если он сделал что-то из того, что запрещено во время ихрама. محظورات الإحرام فيها أولا الصيد. الصيد هذا لابد أن يأتي بمثله من النعم ويكافئ وهذا يرجع فيه إلى ما أفتى به الصحابة رضوان الله عليهم. يعني الآن صاد وهو محرم صيد بري وحشي معكور غزال مثلا فلا بد يرجع إلى فتوى الصحابة رضوان الله عليهم في هذا الصيد الغزال في صيد الغزال ماذا عليه من النعم. نعم. Если человек говорит из того, что запрещено во время храма, это охота. Если человек говорит совершил какую-то охоту, будучи в храме, то он в своей охоте должен принести в жертву подобное тому, на что он находился. Когда, например, он находился на газель, да, дикое животное, говорит, и в этом вопросе мы должны вернуться к фатве сподвижника. نعم. أما قص الأظافر تقليم الأظافر وحلق الشعر ولبس المخيط والطيب فيقول هذا يخير فيه المحرم. Что говорит, касается укорачивания ногтей, волос или использования благовония или одевать одежду, которая повторяет формы тела. بين صيام ثلاثة أيام. То говорит человек, он выбирает либо он постится три дня. أو ففدية من صيام أو صدقة أو نسك أو يذبح شاة. ثلاثة أشياء يخير بينها. نعم. إما صيام ثلاثة أيام. Либо постится три дня. أو الصدقة. Что-то? يتصدق بأن نعم أو ذبح شاة. То есть второе это дает садака или же он приносит жертву барана режет. أو يذبح شاة. Или же приносит жертву барана. فلا بد أن نفرق بين ترك واجب ترك الواجب فيه شاة تذبح وتوزع على الفقراء المساكين لا يأكل منها شيء. То есть что касается того, если человек оставил что-то из обязанностей хаджа, то он непременно должен зарезать барана, ничего из него не кушая, раздать беднякам. Амма, إذا ارتكب أشياء مخصوصة قلنا في محظورات الإحرام فعليه يخير بين أشياء ثلاثة. То есть, что касается человека, который сделал то, что запрещено делать во время ихрама, то он выбирает между трех вещей. صيام ثلاثة أيام. Либо он постится три дня. أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. Либо он кормит шесть бедняков и каждому бедняку дает половину са. أو ذبح شاة. Или же режет жертвенное животное. نعم. وهذا لابد في التفريق بين ترك الواجب وفعل بعض المحظورات. نعم. Здесь говорит, важно понимать различие между когда человек оставил что-то из обязанностей или же совершил что-то из того, что запрещено во время храма. نعم. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يبقى معنا ما يتعلق بمن عليه دين. также то есть осталось поговорить о том человеке, на котором лежит долг.
إذا كان هذا الذي عليه دين لا يمنع هذا الدين من الذهاب للحج يذهب للحج. То есть если на нем лежит долг, то это не препятствует, не мешает тому, чтобы человек совершил хадж, он может делать хадж. يعني هذا الشيخ مثلاً الآن عرضت عليه هنا المؤسسة والشركة أن يذهب معهم للحج ويعطوه راتب. فذهاب للحج هذا يؤدي إلى سداد الدين ويحج لله الحمد. فهذا يجب على الحج الآن مع أنه عليه دين. نعم. То есть, как, например, человек, у него есть долг, и какая-то фирма ему, допустим, говорит, вот езжай в долг, езжай в хадж, мы тебе дадим зарплату. То есть он совершит хадж и, вернувшись, получит зарплату, сможет расплатиться с долгом, говорит. То есть хадж является ваджибом для него, и этот долг не препятствует тому, чтобы он совершил хадж. نعم. أما هذا مثلا قال أنا لدي أقساط شهرية أدفعها في كل شهر. نعم. اشترى سيارة والسيارة هذه يدفع عليها أقساط شهرية والحمد لله لديه راتب. فقال أنا لديه راتب، لدي راتب ولله الحمد وأدفع هذه الأقساط الشهرية، لكن أستطيع أن لدي بعض الأموال أحج بها، وهؤلاء لا يطالبوني بهذه الأقساط إلا في كل شهر وأنا أدفعه لله الحمد. نعم. فهذا يحج. То есть, если человек, например, взял в рассрочку какую-то, например, машину, и каждый месяц свою зарплату выплачивает. Но, говорит, у меня есть какие-то деньги, помимо этой моей зарплаты, на которые я могу совершить хадж. И те, которым я должен, они этих денег не требуют. То есть, они довольны тем, что я каждый месяц выплачиваю. Говорит, такой человек тоже может совершить хадж. Амма, بعض الناس يقول لدي مال الآن. Имма أن أسد به الدين, وصاحب الدين يطالبني. أو أحج, نقول لابد من سداد الدين. Или говорит, а другой говорит, человек, на нем лежит долг, и у него есть деньги, и он выбирает, либо, говорит, отдать долг, либо сделать хадж. И тот, кому он должен, требует от него, чтобы он вернул долг. Такой человек должен сначала вернуть долг. А другой говорит, человек проживает в Мекке, например. И хадж от него не требует никаких финансовых вложений. И на нем лежит долг. ولا ضر شيء. Так вот, тогда мы скажем, чтобы он совершал хадж, потому что, то есть, ему никак ничего не повредит, да, этот хадж. أسأل الله سبحانه وتعالى بلغنا وإياكم الحج. آمين. والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. Прошу Аллах, чтобы он облегчил мне и вам хадж. Аминь. Саллаллаху алейхи ва саллям на набии Мухаммад. في وقت.